Всем любителям заработать рекомендую лучшую группу по прогнозам в сети. Там уже более 200 тысяч человек, а это показатель. Каждый день в обязательной программе бесплатные прогнозы на футбол, теннис, бейсбол и хоккей. Друзья, это личная рекомендация, а такое бывает редко. Не тяни и беги за ссылкой в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами Лагерь, и в том углу ринга стоит наш любимый, почти нет в скобочках, Мистик. Привет, Мистик! Дорогой друг! Мистик! Всем здорово, ребят, с вами Мистик и Лагерь! Карту будем проходить. Да, мы будем проходить карту, а ты иди в угол, ты наказан. Хорошо, Лагерь, так уж и быть, я встану в угол, а ты давай там занимайся, я в телефончик повтыкаю. Все, повтыкаю так, в телефончик, да-да-да. А Мистик у нас сегодня наказан, потому что эта карта нет подписчиков, а довольно-таки другая интересная карта. Вот, мы сейчас будем вас ей радовать. Тут все на английском, я ничего не understand. Ты что-нибудь understand? Конечно, смотри, level 4. Да, это подожди, значит, стоп. Уровень 4. Нет, я вот про те английские не understand вообще. Надписи. Ты сейчас видишь? Я если допрыгну, там написано, если у тебя ресурс пак установлен, то этот блок должен замениться на камень. У тебя камень? Нет. В смысле меня... нет? У тебя не камень? У меня камень, а у тебя там что? Сейчас пойду поставлю себе камень, подожди. Давай, работай. Ого, мист, я вернулся, и у меня начались камушки-галюники. Тут все поехало, у тебя так же? Да, смысл, какие галюни. Нет, тут камень, да, вот дорога. Нет, подожди, даже это на все. Стене. У меня все было нормально. Сейчас я вот курнул вот этой вот штуки, которую ты сказал, за запись будет веселая. И все, все, поехало, Яр. Ну, ладно, ты. Смысл, такой... а почему у меня не. Может, мне тоже нужно поставить текстуры эти? Все, все, я не знаю, как у тебя, но у меня дорога поехала. И, в принципе, все изменилось. И это карта, где мы будем с Мистиком соревноваться. Поэтому, Мистик, я тебя отсоревную как следует. Ты готов? Лагерь, ты меня можешь соревновать сколько угодно, только дай, чтобы у меня Майнкрафт заключился обратно. О, так там ничего не поменялось. Я готов, жмакай кнопку. Все, короче, я сейчас, ребят, отсоревную Мистика, а вы можете написать, какой я лучший, потому что я вот победю. Не, погоди, ты на первом уровне, а я пойду на шестой и закончу. Эту карту пройду ее раньше тебя. Ладно, ой, я нахожусь в тачке, а ты где? Я уже вылез с этой тачки и... А как ты теперь... из него? А, тут же выход есть. Яр, я тебе скажу, это довольно-таки классная штука, и ощущение поездки здесь явно присутствует. О, господи! В смысле? А почему у меня нету поездки? Один из трех... в смысле? Ты сейчас как бы едешь, да? Тебя... Нет, я не еду, в том-то и прикол. Яр, а я еду. Возможно, у тебя что-то отключено. Ну, в смысле, ты все равно должен прыгать, как ты не было по машинам и собирать всякие штуковины. Но в смысле ты едешь? Почему у меня ничего не плывет? Нарколыга, я упал. Яр, я упал. Короче, мист, ты тоже все принял, все, что надо, чтобы все у тебя поплыло, да? Да, таблеточки у нас хорошие. Так, а отсюда я смогу допрыгнуть туда? Нет! Блин, а слушай, гораздо реально интереснее играть, когда ты как будто бы реально едешь по тачкам, и тебе нужно прыгать. А как нам забраться туда? Я хочу тебе наушники забрать. Это я типа, тоже хочу, отстань. Да? Отстань от моих наушников, я. Слушай, туда не допрыгнуть, туда не допрыгнуть. Отошел от моих наушников, я уже все давно про этот, прорешал. Подожди, стой. Мне а надо... как ты туда допрыгнул, погоди? Воу. Ах, воу. Ты хитрая какаха! Нет, так тоже нельзя. Яр, ты не можешь мне подсказать, как ты... Как ты опять допрыгнул? Яр, я не знаю, честно. Оно само, вот прям зуб даю. А, ты, кстати, знал, что тут можно было эту штуку включить? Какую? О, ты забрал, смотри, вот. Внизу. Зачем? Чтоб проще было допрыгивать. Ладно, окей, убедил. В любом случае, я уже собрал наушники. Я не знаю, зачем мне ими. Просто в инвентаре есть, и я надеюсь, это дает мне плюс 10 к респекту. Ну, вообще, как я понял. А ты попробуй их одеть. У тебя их можно надеть вообще или нет? Давай я попробую их надеть. Нет, Яр, это, к сожалению, так не работает. Ой, блин, фух. А если ты просто на них наводишь, что-то пишется или нет? Здесь написано place in off hand to equip. На вторую руку, короче, нужно одеть, чтобы использовать их. Понял? Вот, да, смотри. Всё, я в наушниках! У меня насыщение какое-то! Верни мне их, это мои наушники. Я хочу их, подожди-ка. Опа. Ну-ка, а ты их можешь одеть? Ты их в руке до сих пор держишь. А у тебя они у тебя на голове? Нет, подожди, ну что за обман? Потому что у тебя они были на голове. Я не понимаю, что... Дай мне еще раз. На, подожди, как ты их надел? Я не знаю. Но я их одеваю вот на щит.
Ну, на щит. И они у меня одеваются на голову сразу же. Ну, раз у тебя не работают, пускай тогда у меня будут. Ура, стырил наушники у лагеря. Чувствую себя немножко обманутым. Окей. И знаешь, что я тебе скажу? Что мне нужно вот этот алмазик. О, ты достал его? Красава, да? Слушай, у нас еще нужен один алмазик здесь, и мы, по идее, с тобой все пройдем. Только нам нужно теперь допрыгнуть сюда! Подожди, в смысле мы, если у всех один алмазы, Яр? В смысле? Не-не-не, это общий, там же было написано. Да, мне там тоже написано? Написало. А, то есть тебе тоже написало, что я собрал второй алмазик, да? Да. Мне написало, что я допрыгнул, лагерь, здорово. А мне, наверное, отсюда нужно пройти, да? Слушай... Так, прыжок веры! А это что такое? Яр! Что это такое? Как это делать? Ой, это чекпоинт. Я думал, это какая-то попрыгушка, а это просто чекпоинт. А почему? Блин! Алло, а почему ты умираешь? Я не могу понять. Я падаю, ну потому что. Ты умер? Да что за фигня? Я же мастер паркура был когда-то. Яр, а ты можешь так делать, как я? Я не пойму. Чё? Я не знаю, но... На меня, скорее всего, не распространяются законы физики в этой карте. Я понятия не имею. Алло, Чичерюга! Я, кажется, понял, почему тебе нельзя наушники надевать. Тебе и так хорошо. Как это ты прошел? Как уровень прошел? А ты можешь мне помочь? Знаешь, мне кажется, мне надо поставить геймод какой-нибудь. Какой у тебя геймод? Я не знаю, у меня, наверное, обычный. Ну, не, у меня, да. Не выживание, у меня второй. Ладно, давай я тоже поставлю второй, но тут написано level 1 complete. Яр? Я допрыгиваю, погоди. Я попробую... Все, Яр, я простой смертный стал. Ты третий алмаз... О, стой, погоди, алмазы у каждого свои, да, потому что у меня вот сейчас появился новый алмазик. А я могу там открыть? Да, могу. У меня сейчас всего один алмаз, понимаешь? Да, то бишь, твои мне не засчитались! А как ты туда допрыгнул вообще? Лагер, привет! О, здорово. Яр, отдай, пожалуйста, наушники. Это самое начало, погоди? На, нет, попробуй. Это уже второй уровень. Это второй уровень. Они такие огромные выглядят. А как они на мне были? Не, у тебя опять на руку одевали. Что происходит? Отстань, нет, я буду с ними в руках. Отдай! Это мои. Отстань, все. Я побежал. Ну подари, пожалуйста. Давай будем считать, что это подарок мне на день рождения. А когда у тебя день рождения? Через 10 лет. Ну и что? Это так не... Считай на будущее подарок через 10 лет. Слушай, давай ты сейчас подаришь, а это будет считаться в день рождения, как будто бы. У меня чекпоинт здесь. Не туда пошел прыгать, я понял. Яр? Я прыгаю по машинам. Ты что делаешь? Что такое? Я тоже прыгаю по машинам. Иди ко мне, давай, дружище. Давай, так. давай, ты сможешь. И прыжок веры, красава. Дай, пожалуйста, на. Дай наушники, алло. Ладно, забайтил тебя на наушники, а сам буду выплывать, прыжки. Я тоже туда не могу допрыгнуть. Мне кажется, возможно, нам нужно, смотри, отсюда. Я понял, нам не отсюда, да, нужно, походу, прыгать? А, нет, смотри. Здесь тоже можно было. Здорово, я теперь... Яр, я даже вторые наушники не могу надеть! Ты еще одни нашел, что ли? У меня два из трех алмазов теперь. Я чувствую себя обманутым! Яр! Да, я теперь чувствую себя обманутым. А я не знаю, кстати, почему у тебя это не работает. Здесь прохождение уровня, а мы не собрали еще один алмаз. У меня один алмаз. Так нет, их типа на этой карте должно быть три, а мы собрали только два. Ты думаешь? Да, поэтому у нас не завершается уровень. А, то есть уровень. Где-то у нас он здесь запрятался, что ли? Скорее всего, я подозреваю, что да. Все. И как будто я не слетал в гейммоде, как будто я не взял его с другой карты, и все, типа, все ок. А ну-ка, давай попробуем. Так, все равно не работает. Яр, мне кажется, карта знает от нас чуть-чуть больше, чем мы они сами. А ну, стой, а ну-ка я стану. Пожалуйста. Может быть, это просто залагал... Я закончил уровень! Я просто стоял, втыкал. Яр, я закончил уровень. Я крутой. Ладно, давай теперь у нас один человек будет собирать алмазы. Смотри, я собрал первый алмаз. Значит, алмазы мои теперь. Окей, договорились, все. Прыгай сюда, по идее, откуда-то отсюда нужно прыгать. Чё? Лагерь, теперь я перестаю падать. А ты включи себе геймод полезный, потому что ты... Слушай, у меня есть еще какие-то наушники. Да, ты их собрал в самом начале. Ты что, не заметил, что ли? Не заметил. Теперь у меня третьи наушники. А как мне вернуться теперь?
Может быть, нам назад, кстати, ты... нужно было? Может быть, здесь где-то алмазик есть? Включи геймот, и ты умрешь, и ты вернешься. Все, все нормально будет. А геймот я... у меня ноль и так стоит. Так, ну, или мне геймот второй нужен? Два. Извините. Мистик что-то попутал немного. Все, теперь... Ой, извините. Опять не получилось. А ты пробовал назад пройти? Нет, не пробовал, но ты там побывал, там ничего нет. Мне кажется, это нереально. Слушай, серьезно. А, стоп, погоди, нахрена я хотел назад идти, если мы оттуда начали, да? Нет, мы начали с вот этой красной машины. Так, тогда я туплю, все. Забудь все, что я говорил. Я тебе ничего не говорил. Стой, я тебя должен был пнуть, что ты делаешь, Яр. Нет, я не хочу, чтобы ты меня пинал. Давай попробуем допрыгнуть, у меня не получается. Иди сюда. А, ты имеешь в виду пнуть, чтобы я допрыгнул? Да. Да ты даже до сюда дойти не можешь, господи Иисусе. Лагерь обязательно, если у меня получится дойти, я прыгну. Раз, два, три. Три. Хорош! Ну, братан, здесь без наших своих уловок вообще не получится. Так, подожди-ка, я как к тебе вот так вот прилетел. О, чёрт! Главное, чтобы ты не умер, погоди. Ты там чекпоинт нашел? Все, красава, я умираю. Только у меня, черт, один из трех даймондов. А у тебя? У тебя тоже один из трех. Давай, я не знаю, как тебя убить, чтобы... Чтобы что? Чтобы отобрать твой даймонд. Как ты здесь вообще оказался? Да вообще, здесь чекпоинт, понимаешь? Типа, ударь меня, я прям... Да не в ту сторону, дурачина. Да я не думаю, что... Ой, да отсюда не получится, слушай, нам нужно смотреть, куда дальше прыгать. Нет, ударь меня вверх, Яр. Ну давай. Давай! О, красава. Слушай, а тут без этого получается никак, что ли, не пройти? По-моему, никак. Ну ты давай, прыгай. Я тебя давай, оттолкну. Теперь моя очередь. Прыгаю! Со всей дури. Фух, чуть не перепрыгнул. Ладно, давай. Нам нужно туда, ты уверен? Да. Я перепрыгнул. Красава, стой. Стой на месте. Знаешь, в чем главный прикол? А дальше куда? Воу. Мне кажется, здесь есть какие-то невидимые блоки. Яр, тут далече, серьезно, типа прям... А, здесь... Хочешь прикол? Смотри, нам нужно было не здесь прыгать. По идее, где-то здесь у нас должны быть невидимые блоки. Нет. До них просто нужно допрыгнуть. Да, смотри, сейчас. Мне кажется, ты в состоянии... Ладно, мне кажется, я тоже что-то не то несу, да? Короче, ребят, мы тут пытались разобраться, такие сидели, ломали себе голову, в итоге Мистик полетел. Это Иисусе благословение, Мистик научился летать. Давай, Мисс, давай за всех нас пройди. Не, я просто смотри. Я пытаюсь здесь пролететь и нащупать какие-нибудь невидимые блоки, но нет, здесь вообще ничего нету. Нет, и каких-то возможностей допрыгнуть сюда нету. Мы также посмотрели еще и прохождение других ютуберов на эту карту, и никто здесь не мог пройти, и все просто перелетали. Нифига, я! Смотри, какой прыжок! О, какие прыжки! Блогер, нифига, ты что умеешь? Ля, как прыгаю! Нужно было здесь допрыгнуть, допустим. Никак, Яр, на самом деле эта карта баганутая. Вот прям реально... Вот не то, что она баганута. У нее даже вот здесь вот не проходит. Даже, кстати, да, у других ютуберов тоже не поднимались изумруды почему-то. Яр. И все, короче, делали, смотрите, что нажимали вот сюда, и такие, это лобби! Это ненормально. У меня в руках эмеральд. Это совсем ненормально. Ты его забрал, что ли? Я его как-то забрал, и вот это вот вообще нехорошо. Так что я иду к тебе, и будем считать, что этот уровень мы явно прошли. Прошли! Погнали на четвертый уровень. Интересно, что там будет. Правда, нужно теперь геймот отключить. И, кстати, наушники, они сделаны просто для того, чтобы слушать музыку. И больше ничего. Я не хочу слушать музыку, я хочу слушать тебя. Ты самый лучший музыкант. Хочешь прикол? Мы с тобой, походу, пришли на тот же уровень. В смысле на тот же? Это же четвертый. Или мы на нем не были? Нет. Почему знакомое что-то? Нет, все нормально. Яр, угомони. Угомони свои нервишки. Ты что, не видишь, что здесь все работает как надо? Чувак, это тот же самый уровень, по-моему. У нас такой был. Или нет? Нет! Очень похож. Ладно, это очень похож на какой-то... А, угомонись. Все, да, это тоже не похоже. Слушай, начало очень сильно похоже. У нас такой был уже. Слушай, мне нужен твой пинок. Пинок волшебный, Яр. Зачем? Смотри, потом... смотри! Не смотри. Сейчас. Я зеленый надену. У меня еще одни наушники. Ладно, туда не допрыгнуть так просто. Думаешь? Да. Воу. Я в этом уже даже больше скажу уверен. Я проверил. А отсюда уже легко. Так, алмазик готов. Я надеюсь, ты не собирал первый алмаз? Я уже собрал первый алмаз. Почему ты об этом не сказал? Потому что я тебя попросил пнуть, но ты чё-то как-то нет.
Ладно, я что-то забыл про это. Ну ладно, давай проходим. Теперь ты собрал еще один алмаз. Ну что, 2 из 3 алмаза мы собрали. Так, подожди, стой, смотри. Если я попытаюсь пройти этот уровень, то я должен его попытаться пройти. Он должен завершиться. Ну, пожалуйста, я тебя умоляю. Не-не-не, у тебя 2 штучки всего. Отдай мне свою штучку. Да никак, я не могу. Че, я тебе вот наушники могу скинуть. Ну, че у тебя, телефон, держи. О, я... Че? Яр? Я котами кидаюсь, братан! Яр, у тебя что-то не... Я тоже так хочу. Мне кажется, это так должно быть. Мне это нравится. Смотри, сколько телефонов. Ребят, я придумал бизнес. Короче, смотрите. Я кидаю много телефонов. Вы их можете купить, короче. 1 телефон, 1 лайк. Ставьте, короче, лайк. Вот, и забираете вот этот телефон, потом его продаете. Вы прикиньте, сколько серий у меня будет. Вы можете все их залайкать и получить много телефонов. Смотрите, какие они красивые. Яр, я слышу очень много мяу. И они, смотри, как заполонили все. Так, а смотри. А что, может, вернемся-то в лобби? Мы-то нет, стой, смотри, я сейчас пройду этот уровень очень оригинально. Я бы даже сказал, досконально. Давай-ка лагер. Я посмотрю, как ты... Ой, лагер. Ты меня забрал. Как ты его прошел? А, ты стырил с другого испытания, что ли? Очень может быть, но об этом никто не узнает. Хе-хе, потому что... Ладно, это все увидите, я это записал. Почему? Потому что? Просто потому что. У нас уже 4-й был, теперь 5-й. Давай договоримся так, смотри, действуем как гейплей команда. Кто первый допрыгнет, тот и берет алмаз. Хорошо. Черт, ты допрыгнул, что ли? Да. Я тоже туда не допрыгнул, не беспокойся. Так, я взял алмазик, и мне кажется, что... Как туда прыгнуть? Стой, я подожди. Тоже не понимаю, я даже здесь не могу особо допрыгнуть. Ну, ну на тоту я понял, как там дальше прыгнуть. Главное здесь мне перепрыгнуть. А тут смотри. С последнего блока, я понял, да, тут с последнего блока и тут лёд. То же самое. Не получается. Яр, мне нужен твой пинок. Мне кажется, тебе очень нужен мой пинок. Я вообще без ускорения прыгнул. Такой типа, ну, а почему бы нет? Мало ли я без ускорения допрыгнул. Да, ой, ну-ка, ты готов меня... Я лицом ударился о пол. Ярик, ну будь профессионалом, я тебя записывал. Я же как-то... Все, ты профессионал, смотри, готов? Раз, два, три! Да не то, да не в ту сторону, ты меня пнул, ну давай. Мне кажется, я тебя немного вниз пнул, давай еще раз. Раз, два, три... Лагер, ты что, дебил? Зачем ты падаешь? Ты считаешь не так, как надо. Ты считаешь не теми цифрами. Хорошо, давай. 3, 8, 7! Пошел! О, отлично. Спецназ сработал. Я поставил спаунпоинт, и мы прошли. Я допрыгнул. Ты большой молодец, я тебе хочу сказать. Как я мог? Алмазики. О, смотри, там еще 1 наушники. Хочешь их себе забрать? Нет, наушники я не хочу, мне не нравятся наушники, они такие не наушники. Ладно, я их обновляю, у меня новые наушники. Так, подожди. Ой, слушай! Хочешь, я тебе скажу прикол? Что такое? Они мне, походу, давали ускорение. Нет. До падения. Нет. Или это тот блок давал ускорение? Это мне там что-то дало ускорение. Блок дает ускорение, не переживай. Я понял. А так. Как ты там, погоди, прошел, я вообще не понял. В смысле, где? Смотри, вот допрыгиваешь сюда до лестницы, потом идешь вот сюда, вот потом бежишь вот сюда, вот потом я не в ту сторону бежишь, вот так вот сюда идешь, вот сюда. Сюда, вот так запрыгиваешь сюда, получаешь этот, вот это вот сюда, потом сюда, потом допрыгиваешь! Не допрыгиваешь туда. Жопа ты с ручкой! Я чуть не допрыгнул. Очень обидно. Я понял. Я тоже там не могу допрыгнуть. А в какую сторону там нужно? Сюда, потом прыгаешь сюда, потом прыгаешь сюда. О, господи, Иисусе, смотри, прыгаешь сюда, вот сюда, вот так вот пошел. Ты самый крутой. На, я почти прошел. Идешь сюда, вот потом. О, господи, я оказался не там, где надо. Ну ладно, это исправимо! Яр. Я тоже прошел. Че меня не ДПшнуло? Что вообще за нечестные правила? Господи, опять же, давай. Последний. Стой. Ты на месте стоишь, все. Смотри, кто. Раз, два, три. Погнали! Кто первый подберет первый алмаз, то ты самый классный. Куда прыгать? Мне кажется, ты просто сейчас упадешь. Нет. Я, в принципе, тебя догоню. Ох, ты падла! Нет. А я упал! Ты собрал алмаз или нет? Погоди. Яр, мне кажется, тут снова Unreal какая-то фигня. Ща, немного, погоди, я допрыгну до тебя. Ну как тебе сказать? Что ты мне подсказываешь, что здесь у тебя явно просто так... Давай кидаться телефонами туда. Это должно сработать. Слушай, забайтил на покупку. Лагерь, шо мы тупим? Знаешь, как вот этот уровень проходится? Как?
Мы же едем на тачке, нам нужно ждать. Когда-нибудь мы доедем до конца. Точно! Или топливо закончится. Шо мы на ходу будем спрыгивать? Зачем нам это надо? А, так нам можно было в эту сторону пойти. Слушай, так и надо было, наверное. Нет, мне кажется, нет. Это... Да, смотри! Я более чем уверен, что нам, походу, сюда и надо было. Думаешь? Ну да. Отличный план, на самом деле. И самое главное, что он работает, Яр. Вот. Без приколов. Слушай, а может быть и в предыдущем испытании так нужно было сделать? Ты смотрел здесь тачки внутри? Я вообще не смотрел через дорогу, потому что я самый первый! Я классный? Я самый классный. О, господи, спасибо. Спасибо, ребят, что вы меня верили. Я самый крутой. Я допрыгнул, а я заберу второй. Нет, так нельзя. Не доставайся, что не к нему. Я просто смотрю, чтобы его здесь не было. Подожди. Это так не должно... Хата. Да, и здесь нам нужно смотреть, какую сторону нам нужно идти. Я уверен, там у нас что внутри выход, хаты. Нам нужно за алмазами. Чувак, я уверен, что внутри хаты есть этот, потому что. Ну давай, попробуй туда зайти сначала. Смотри. Упал! Ау! Слушай, а как тут пройти, типа? Ну на изи, да. Че, там есть что-нибудь? Нет. Блин, я хочу посмотреть, что там внутри. Ничего нет, тут просто хата. Я не могу туда даже допрыгнуть почему-то. Да потому что ты самый лучший паркурщик в мире. Ладно, пофиг. Ты все три погоди собрал. Нет, Яр, кстати, у меня вот их только два, поэтому... Так там еще сзади есть алмазы, по идее. Самый... Вот, иди сюда. В каком таком еще сзади? Вот здесь, скорее всего, где-то. Нема здесь, извините, я ошибся. Ошибочка вышла. Может, конечно, есть допрыгнуть до вот этой тачки. А? Давай. Давай, ты будешь прыгать, я буду бить. Нет, ой, не получится, ты меня столкнул, поэтому сам прыгай. Нет, на самом деле, типа, мы шли вроде как. Слушай, туда нормально. Можно, туда можно, туда можно прыгнуть. Туда это куда? Ну вон, иди за мной, смотри, если ты меня толкнешь, то в принципе, да, там я не думаю, будет... я туда допрыгну. Да, на полицейской тачке 100% не будет. Да? Да. Куда ты ушел? Ну, а пробовать не будем. Ты тогда? Мог все-таки попробовать прыгнуть, а ты взял и ушел. Ну, Яр, ну такой себе. Ну, я хочу здесь глянуть. Может быть, где-то запрятался алмазик у нас здесь. А ну-ка. Алмазик, выходи, друг мой. Не, там... здесь нету алмазика. Там уже есть финиш, но это неинтересно, потому что... Слушай-ка. А мы вроде все шли по плану, но что-то как-то нет. Что-то мы с тобой упустили, только вот непонятно где. Возможно, так, ты... кстати, реально... Не, на той тачке мы прыгали с тобой. Ну, ты точно там не нету. Собрал? Вот прям железобетонно, прям вот... Точно. Ты уверен, да? Нет. А, господи. Ну что ж, прошли еще один уровень 6, а там есть какие-нибудь бонусные уровни? Я думаю, что нет, но... Ну вот, смотри, мы с тобой на вот этой точке. Правда, у нас нет алмазика одного. Ты там дымишься, поэтому ты не прошел. Я, пожалуй, знаешь, старым дедовским способом попробовать. Всегда пройти. Работает этот способ. Всегда работает, ребят. Не, вот уровень не проходится. Ну смотри, типа чистая логика. Где мы могли потерять еще один алмаз? Ну да, на полицейской тачке, смотри, ничего нету вообще. Я вот сейчас просмотрю. А вот он, алмаз! Все, Яр, стоп. Тупорылые, тут тупые. Стой, погоди. Стой, нет, подожди. Иди сюда, давай и паркурь. Ладно, смотри, это будет очень сложно. Я подозреваю, Яр, ты меня поддержишь? Ты куда ушел? Я далеко, я жду здесь. Мне твоя поддержка нужна. Давай, забирай. Ты без меня не сможешь, что ли? Красава, все, я пошел нажимать на кнопочку. Я же ее не смогу забрать. Яр, я... У меня почему-то левел прошелся. Я не знаю, как ты, но... Потому что ты с собой забрал. Ладно. Так, давай посмотрим, что еще. Other stuff. Это у нас информация. Это у нас еще одна информация, которую мы с тобой не нажимали, да? Hello. Hello. Смотри, он говорит hello. Welcome to Motocross. Так, отстань. Короче, он нам показывает, как это... У тебя тоже лагает? Меня расколбачило. Отлично! Я люблю, когда так колбасит. Давай, показывай карту. Хорошая карта. Окей, это, в принципе, выглядит все очень великолепно. Но я думаю, что пора кончать. И, к сожалению, я не могу забрать эту карту, потому что я нахожусь в какой-то невесомости. Но я очень... Слушай, это прикольно. Привет, чувак. Спасибо тебе большое за эту карту. В общем, ребят, я надеюсь, что вам понравился этот видосик. Если это так, то поставьте нам лайки, подпишитесь на наши каналы. А с вами были Мистика Лагер. Всем удачи, до новых встреч. Пока. Пока. Редактор